Надо решить вот такую систему уравнений. Отлично. Но поймем из вот этого уравнения то, что у нас модуль любого из чисел x четвертый, y четвертый меньше единицы. Меньше или равен? Да, меньше либо равен единице. Отлично. Поймем то, что отсюда следует то, что у нас модуль любого из чисел x и y меньше либо равен единице. Отлично. Предположим, какое-то из этих чисел может быть отрицательно. Это посмотрим сюда. Например, число x отрицательно. Если это число отрицательное, перенесем его сюда. Мы получим минус x в кубе плюс 1. Это число, очевидно, больше единицы. Ну, значит, y, модуль y у нас тоже больше единицы. Что противоречит выше доказанному. Отлично. Значит, у нас числа все лежат на отрезке 0,1. Заметим то, что x равно 0, y равно 1, и x равно 1, y равно 0 подходит. Теперь, почему других решений нету? Ну, поймем то, что у нас на интервале 0,1 у нас x в кубе больше, чем x в четвертой. Y в кубе тоже. Да. Все, отлично. Значит, x сумма больше x сумма. То есть 1 больше единицы. Противоречие. Хорошо.